На Украине свои беспорядки, там митингующие хотят заблокировать вход в здание телеканала «Интер», одного из главных украинских каналов. Они принесли песок и шину, но речь о новых поджогах не идет, во всяком случае, пока. Напомню, накануне в здании произошел пожар, огнем уничтожена международная редакция, повреждены отдел новостей и студия. Сотрудники «Интера» заявили, что на них было совершено нападение. Несколько человек ворвались в здание, облили помещение керосином и подожгли. Нападению предшествовал митинг у здания телеканала. Организатором поджога некоторые считают вот этого человека с позывным «Казак». Именно он и был задержан полицией, но впоследствии его отпустили. Тем временем на Украине уже выдвигают разные версии произошедшего. В частности, депутат Верховной Рады Антон Геращенко считает, что топ-менеджеры канала могли устроить самоподжог. Такого же мнения придерживается и политолог Павел Нос. Он считает, что на фоне антиинтеровской кампании это могло стать хорошим пиар-ходом. Между тем, Петр Порошенко, президент, уже поручил генеральному прокурору Павлу Луценко взять расследование инцидента под личный контроль, а главе МВД Арсена Авакова максимально обеспечить правопорядок в Киеве. Правда, юрист Максим Гольдарп считает, что поджог Интера очень выгоден самому украинскому президенту именно для того, чтобы убрать министра внутренних дел. Ситуация с Интером будет использована президентом в качестве катализатора для отставки министра внутренних дел. То, что между ним и штукой под названием «Народный фронт» давно пробежала кошка, и Петр Порошенко хочет подобрать под себя последний силовой форпост под названием МВД, ясно как божий день.